Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Resistance 3. Мы находимся в Mount Pleasant, который находится в Пенсильвании. Сюда мы попали, убегая от Химир, свалившись с святого. Здесь мы нашли вот это некое религиозное сообщество. Я верю, что Бог послал вас, чтобы найти его. Пожалуйста, помогите нам. Да, нужно найти ее сожителя, похоже. Среди прочего, нужно найти зверя, который водится под этими землями. Судя по их рассказам, это самоубийственная задача. Естественно, мы пойдем туда. Конечно. Хорошо. Задача всех — собрать больше угля. Джозеф, нам нужен поезд. Найди парня, который его починит. Будь осторожен. Ага, а сам заперся. Ну, конечно, все как обычно, разгребать мне. Отлично. Так, для кого копаете? Здесь, я так понимаю, пополнение на местном кладбище постоянно. Уф, земля какая мокрая. Гнилая. Вонючая. Да хранит вас Бог. И вам не хворать. Вы знаете, это место меня просто не радует. Вы посмотрите на этот бардак. Офигеть. У вас какие-нибудь, я надеюсь, блокпосты там есть или что-нибудь в этом духе, потому что это... Вот в это, я чувствую, надо выстрелить. Отлично. Так, кстати, насчет дневников. Многие просили, чтобы я им почитал, и это первый сеанс записи уже после того, как я почитал комментарии, поэтому давайте мы по-быстренькому все я вам покажу, а вы прочитаете на паузе, если вам это интересно. Так... Ну, по оружию, в принципе, не надо, потому что мы при получении это все делаем. Инструкции при укусе. Так, а подожди, это мы тоже читали. Нам нужно прочитать, во-первых, дневники Маликова. Химеры изменили стратегию. Раньше они хватали... Окей. Сент-Луис. А, это пока закрыто, это нужно найти. Ну и сведения о врагах. Кто что из себя представляет. Гибриды. Длинноноги. Название, конечно. Но длинноноги, честно говоря, мне не очень нравится. Это, по-моему, самые геморройные враги. Варвары. Варвары тоже не очень хорошо. Но, в принципе, убивается. Латник. Латники со своими термитами неплохо так справляются с убийством нас. Уволень. Отлично. Был всего один, но... Мне хватило. Гибрид-снайпер. С этими мы встретились совсем недавно в предыдущей серии. Так, ну десантный корабль. Что про него тут можно написать-то, по сути? Десант, он и есть десант. Шокеры. Это когда мы на лодке ездили, дали нам угля. Охотники. Охотники, в принципе, не такие страшные. Если понимать, что с ними делать. Голиаф. Вот эта штука просто убийственная. Смертоносец. Прыгун. Бестия. Ну, бестия — это вот самая распространенная. Бывший человек. Пиявка. Пиявку мы увидели только что. Хорошо, ну и что? Пока они тут воюют... Блин, кто стреляет? Как? Смотри, они просто не хотят дохнуть. По сути, давайте посмотрим, есть ли у меня дробовик. В данном случае дробовик будет просто идеальным оружием. Так, хорошо, держите. А, так они камнями кидают. Ну, ладно. Упор. И побыстрее, надо валить отсюда. Открытое место. Чё? Ладно, бежим. Ох уж эти звуки. Это настолько плохо, что я даже не могу передать словами. Мы в одиночку идем в самый центр этой большой...
задница. Я слышу уже, кто-то здесь есть. Вон он бежит. Ты посмотри на этого урода. Как хорошо, что они не любят дробовики так же, как и все остальные. Кто-то обходит меня, сейчас он зайдет. Ну, давай. Ладно, хрен с ними, давайте побыстрее все почистим. А! Спокойно. Так, еще... Кто? Наверх мы можем пойти? Мы можем наверх пойти, отлично. А, нет, не можем. Слава богу, все, уходим. Жизнь нашего городка. Нет, это ужасы нашего городка. Ну, как вы, говорит, тут живете? Очень, очень плохо. Так, фонарик бы выключить как-нибудь. Почему он тут включается автоматически все время? Мне это не нравится. Ладно, давайте... Давайте покажем, как это вообще делается. Спокойно. А! Так, ну вроде всем хватило, кроме тебя, да? Что ж ты болезный? Все вам не слава богу. Давайте это место проверим. Ой-ой-ой, это была ошибка. Хотя нет, нормально. Ух-ху-ху. Нет, ничего лучше, чем дуплет в упор. Да ты посмотри на них. Это плохо. Ну ничего, справимся, по сути, пока неплохо получается. И да, кстати говоря, я прекрасно знаю, что вот эти зелененькие штучки — это аптечки. Я просто молчу, когда их подбираю. Это не значит, что я не понимаю, что... Кто-то в комментариях пишет, типа... Он подбирает аптечки, даже не понимает этого. Конечно, не понимаю. Кто-то идет, да? Ай, ладно, бежим. Да, блин, успевает цепануть. Ой! Спокуха, ребзя. Ай! Да блин! Почему ты не бьешь его? Я лучше обойду нафиг, чем взрываться. Насколько я знаю, эта штука может просто с одного выстрела вынести. Ну, то есть со взрыва. Вообще, я так понимаю, мне нужно куда-то вон туда, но давайте мы уже осмотримся, мне кажется, что здесь что-то будет. Ну, в смысле, из того, что нужно. Хорошо. Живы будем, не помрем. Да блин! Ох, что-то я сегодня как пьяный управляюсь. А все равно доберусь, посмотрю, что там. Если здесь наверху так плохо, представляете, что там внизу? Мы сейчас в шахты пойдем. Куда меня развернуло? Так, ну здесь у нас, в принципе, не так уж и много хор... А, вот что-то есть, подъем какой-то. Там еще лесенка была, но я думаю, это сюда же приведет, да? Какой ты... мелочь поганая. Да, капец просто. Слишком много разных дырок тут во всем, это же ненормально. Ой, мне, похоже, придется спуститься. Обойти. Да эта мелочь просто не умеет вовремя остановиться. Еще патроны.
Меня, честно, то ли я отвык, то ли что, но фонарик вот этот, и вообще как-то здесь камера близоруко расположена. Слишком крупно все показывает, как-то это меня с толку сбивает. Отвык я уже от этого. Хорошо. Смотри, дом просто упал. Чё там? Чё? Так, ладно, хорошо. О-о-о, там я чувствую, сейчас прибежит к нам всякого разного. Тихо, тихо, тихо. Так, да, в принципе, дробовик. А тут-то откуда? Да, по мясу игра, конечно, вне конкуренции просто. Такого количества... Несчастный случай, окей. Такого количества мяса на нас уже давно не вываливали. Ладно, продолжаем зачистку. Аптечки. Не, ребят, кому как, и меня это беспокоит. Это, по-моему, не очень... Ой-ой-ой. Эти звуки, они... Я пипец какой-то. Ты просто посмотри на это же ненормально. Ох, кто-то идет? Нет. Постоянно что-то шевелится, постоянно какие-то звуки, я не знаю, за спиной чавканье. Сатана. Что? Меня уже третья фотография беспокоит. На четвертой что-то тоже странное. Ну ладно. Хорошо, лучше так. И что-то есть такое подозрение, что... А, вот. Открыть. Я думал, придется обходить. Но нет. Тихо, тихо, куда я упал? Подумать только, да? Что? Спокойно, ладно, валим. Хватит тянуть. Давайте просто пробежим. Мне кажется, что это была плохая идея. Их вот этот ударник, он просто сшибает с ног, я так понял. Ладно, валим, валим, валим. О-хо-хо. Смотри, побольше и поменьше они. Где-то женщины, где-то дети бывшие. До свидания. Кто в колокол звенит? Все, это победа. После этого я, по-моему, уже ничего не хочу. Спокойно отступаем. Да сколько же вас, япона мать. Так, хорошо, мне нужно что-то. Торнадо. Нет. Да, в принципе, гризли. Я думаю, нас выручат. Дробовик, потому что уже все на исходе. Они просто вокруг.
Нави, да. Не, ну на самом деле, вот это пока что один из самых крутых эпизодов в игре, потому что... Несмотря на обилие мяса, жути нагоняют как надо. Оно просто кругом. Ибо иначе как по звуку и не определишь местонахождение. Потому что тут постоянно что-то шипит вообще. Постоянно что-то шевелится. Хорошо. Встанут, нет, как думаете? Ну, бедолага. Ты не Джонатан? Так, хорошо. Я был бы просто рад, если бы он выключил фонарик. Будет очень смешно, если на самом деле это можно делать самому. Звуки явно не к добру. Вороны, вы-то, блин. О-хо-хо, так, ладно. Все в порядке. Офигеть, меня сейчас загонят просто. Еще это мелочь тут. Вашу мать. Успел уйти, успел. Офигеть, сколько их тут было-то вообще? Тихо-тихо. Да блин, ты посмотри. Я думаю, что там такое за спиной? А это вон и чё. Жив. Блин, там еще идут. Да? Твою мать. Я думал, они пролезут. Твою мать, они кругом просто. Так, вы знаете, по-моему, лучше подняться куда-нибудь, потому что это пипец. Ой-ой, идут. А! Нездорово, тут нездорово. Я даже не знаю, куда идти. Я просто... Ну, вылазь, топтун. И ты туда же, да? Там он, касатик. Да где еще-то? Я же слышу. Тихо-тихо. Это просто, вот я не знаю, любой скриншот этого места можно использовать как демонстрацию выражения «все не очень хорошо». Они опять идут, да сколько же вас, ну елки-палки. Вот
чего вы пристали, такая. Руки, ноги отрываешь, и вообще без разницы. Пора, думаю, пистолетиком пострелять, потому что дробовик это, конечно, хорошо. Но пистолет моя любимая пушка в игре. Хотя здесь часто по площадям приходится стрелять, поэтому не знаю, посмотрим. Вход в шахту я нашел, все, отлично. Не спать. Крупнокалиберные пули, отлично. Спокойно. Да блин, откуда? Какого черта? Снизу. Так, хорошо, пора валить из этого гадюшника. Ой-ой, меня сейчас убьют. Просто встаешь вот сюда, короче, и начинаешь решать, потому что по-другому не получится. Да сколько можно-то, ну? Еще бежит. Вашу мать. Ничего, чувак, бывает. У всех бывают плохие дни. Снизу опять кто-то ворчит. Что ж вы за люди-то такие? А, ну да. Вы не люди. Ладно, сюда я пошел просто, чтобы спастись. Че это горит все? Револьверная фигота. Нет. Короче, надо просто выбираться. По-другому не получится. Вот и шахта. Кто? А. Так, ну, ладно. Вот и не так страшно. Мы добрались, нет? Надо бежать, потому что... Что-то их вообще меньше не становится. Да сколько можно, мать вашу? Не дают сосредоточиться, просто постоянно лезут. Мне вообще, по сути, вот сюда, похоже, надо. Но попасть я как-то не особо могу. Так, лады, давай смотримся. Сюда мы не попадаем. А, вот сюда мы попадаем. Хозяева. Обожаю туалеты. Особенно в этой игре. Мне похоже сюда. Давайте посмотрим, что же у нас в этой стране. Ну, кроме вас, касатики. О, пакси. Зачем я сюда иду вообще? Давайте просто валить. Ну, я бы сказал, на месте местной общины, просто вот посмотрел бы на это, поднял бы руку такой и сказал бы, этот город надо бросить, это безнадежно, потому что... Потому что вы просто посмотрите на это дерьмо, это невозможно как-либо очистить.
Сюда целая дивизия нужна. Это посмотри, лезут, лезут. И то не факт еще. Слишком много дерьма, слишком много дерьма. Просто надо свалить. Просто, где выход, япона мать? Оно не кончается. Сейчас соберем побольше и отстреляем. Это что еще? Офигеть, офигеть. О, мать. Оху-ху. Да когда же вы кончитесь-то? Так, по-моему, пора что-то другое брать, типа вот этого атомайзера. Хотя мне не нравится эта пушка, но я выхода не вижу. Ну, наверное, это нормально. О, блин, где выход? Айпона, мать, ты посмотри, я не кругом вообще. Он оттуда, откуда я пришел. Ты поднялся. Вот. Что самое смешное, то что их меньше не становится. Здесь у нас тупик, да? Так когда же вы кончитесь-то уже? Вот это вот что за место? Что я тут вообще делаю? Мне выход какой-то надо найти. Но где он, блин? У меня просто паника уже начинается. Да, посмотри на это. Возможно, я тут был уже, конечно, но... Возможно, я чего-то не понимаю, но, по-моему, я обошел все, что мог. Так, ты посмотри, блин, патроны кончаются уже просто. Вот что страшно. Игра, какую-нибудь подсказку, иначе я сейчас умру. Я не понимаю, что мне нужно сделать. Вот есть дверь, она закрыта. Больше дверей я пока не нашел. Хотя, вон там что-то есть. Жим. Если бы вы еще убивали с пару ударов, это было бы вообще печально. Ну, отлично. Патронов, пожалуйста. Там уже кто-то ходит. Пока что вот мы видели, когда сплавлялись по реке, видели Сиэтл. Но вот это вот, то, что я наблюдаю здесь, это... Или Сент-Луис, это был город. Ну, вы поняли. То, что я наблюдаю здесь, это самое гиблое место в игре. После такого я могу просто посмотреть так на человечество и сказать: все, вам жопа, вы проиграли. Потому что если везде по земле так, то это да. Я думаю, я сейчас туда полезу, и все вот это вот проснется и начнет меня больно кусать за пятки. Так, аптечка не нужна.
Утечка не важна. Ого, это кто это там? Помоги, друг. Давай, давай, иду. Так, криомат. Химерское оружие, использующее азот и способное заморозить врага. Пораженные враги некоторое время остаются замороженными, уязвимыми к действию другого оружия. Так, мощным потоком, который отбрасывает, раскалывает, понятно. Ну, не могу сказать, что я люблю такое. Да морожу, морожу. Тебя как бы не заморозить. Окей. Мне нравится. Я был неправ. Слава богу. Я думал, нам точно конец. Джонатан. Тебя женушка потеряла. Я Джонатан. Люди зовут меня отец Джонатан. Ведь я несу им слово Божие. Я собираюсь убить существо в шахтах. И не вернусь, пока не убью его. Сюда. Это была одна из крупнейших угольных шахт Пенсильвании. Я проработал в охране труда 12 лет, пока не пришли химеры. На моей смене смертей не было. И я этим горжусь. Действительно горжусь. Затем появилось существо и убило почти всех. Я сказал жене, что попытаюсь убить его. Думаю, с твоей помощью у нас есть шанс. В одиночку пошел. Это крутой отец Григорий. Ну, то есть Джон, но это слишком похоже на халфу. Так, ну что, пойдем? Здесь есть подъемник. Можно спуститься в шахты. Там и живет это существо, глубоко под землей. Когда пришли химеры, люди совсем упали духом. Не стану лгать. Моя вера тоже подверглась испытанию. Это трудные времена, друг мой. Наш город должен встать на ноги. Избавление от существа – это первый шаг. Бросьте город, мать вашу. Живите себе спокойно на природе. Ах ты ж. Город можно отстроить, можно людей уже не вернешь. Вы же просто поступаете как идиоты. Очистить город, там живет страшный зверь. Окей, это так умно. В порядке? Предохранители реле сгорели. Отлично. Вести и пиявки. С Богом. Я сменю пробки, а ты задержи их. Давай сюда. Откуда пойдут? Сюда, по лестнице. Погнали, погнали. Они идут? Они идут. Прикрой меня, а я пока поменяю пробки. Прикрою, если смогу. Да ты посмотри на него. Это плохо кончится, я вам гарантирую. Нормальная такая пушка. Мне нравится. Вашу мать. Всемогущего так всемогущего. Быстрее только давай. Как скажешь. Помоги! Иду, иду, иду. Спасибо. Уже скоро. Быстрее, пожалуйста. Пушка начинает иссякать. Это очень плохо. Еще пара секунд. Давай, пушка, выручай. Вывози. Еще ты издеваешься. Да, блин, вдарил бы по нему. Бежим, бежим. За мной. Идем к предохранителям.
Предохранителем. Их сколько там еще? Совсем непросто. Постараюсь побыстрее. То есть ты издеваешься прямо здесь, что ли? А, это же самое плохое место в центре. Ты не видел, попы подобрал. Свали из него. Зажигательные пули. О, а тут это мне пригодится. Давай. Да, какого черта? Вашу мать. Давай, быстрее. Это очень напоминает момент в первом эпизоде Half-Life, когда, помните, мы там пытались дождаться лифта. Ай, твою мать. Ой, ладно. Скилл чуть-чуть вытаскивает, а так тут, конечно... Спокойно. Да. Нет, сейчас вот строго до тебя. Должно сработать. Хорошо, теперь обратно к подъемнику. Давай, давай, топим. Как-нибудь. Ух, ты посмотри. Пишите письма. А, Джонатан, как мы будем возвращаться? Я вышел против вас во имя Господа Всемогущего. Бог за нас, друг. Он поможет нам убить эту мерзкую тварь. Он рядом. Он знает, что мы идем к нему. Должен сказать тебе, это очень опасная тварь. 12 лучших охотников недавно спустились к ней, вооруженные до зубов. Одному удалось выжить. Одному. Он остался без руки, почти без ноги. И ему еще повезло. Отлично. Ну что, давайте на этом закончим. В следующей серии посмотрим, что это за зверь тут живет. И почему он такой опасный. Что за существо. Джон-то он прям, я смотрю, не терпится. Но вам придется потерпеть. До завтра. Надеюсь, вам понравилось, потому что игрушка... Несмотря на убогую графику, так если подумать. Ну, она не убогая. Она, в принципе, неплохая, но... Очень уж мыльное ощущение, что работает где-то на в два раза низшем разрешении, чем заявлено, потому что очень сильно все замылено. Выглядит все равно приятно. Игра вытягивает другим, в ней просто совершенно какой-то безумный драйв и очень крутой именно, вот, я не знаю, сеттинг. Именно за этого и играем. Так что увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.